little mouse, 'cause I'm an albatross. Так, вороны уже приехали. Сейчас зафиксирую. Вот такие вот хамы в кофте для инвалидов стоят. Стоять! Здрасте, как дела? Привет. Да вы вот так встаньте, чтобы видно было. Как хорошо ты вызвал. В районе вообще никого. Молодец. А я только это с этого парка вышел, смотрю. В районе ни одной машины патрульной. Молодец. Правильно делаешь. Сюда вызывай. Там вообще ни одной машины. Вы так встаньте, чтобы видно было. Молодец. Вообще сегодня, да, хамов стоят. Чё? Вообще сегодня вся парковка занята. А чего вы сюда становитесь? А? Вы мне вот показываете, да? Зачем вы мне показываете? А вы мне плохого ничего не сделали. Ну я паркуюсь, когда встану подальше. Отпустите меня, пожалуйста. Больше не нарушаете. Мне правда неудобно очень, потому что бывает даже сумку взять, но никому продать. На что это? Ну открыто. А? Ну это шим пишут. А. Здравствуйте, а вы являетесь инвалидом? Что вам машина нравится, да? Там что-то это я хотел. Да уберите. Да не-не, я там посмотреть хотел кое-что. Убери, я говорю. Как это? Ты что меня трогаешь, а? Ты что меня трогаешь? Ты имеешь право меня трогать? Вот я стою, что ты меня трогаешь? Что ты меня трогаешь? Что это вообще такое? Что ты делаешь? Я гражданин. Ну, убери. Видел нарушение правил дорожного движения? Я вообще не под знаком стою. За знаком стою. Смотрите, это не стоянка, видишь? Вот здесь. Полоса, вы смотрите. Полоса вот она. Что полоса? Вот инвалид. Нет, вы выехали за повод. Смешно просто. Я специально вот так стал поставил, чтобы инвалиды не попал. За забором? Такие вот хамы. На парковке для инвалидов. Ваши братья работают. Ну что тогда же нам говорите, правильно же? Да. Гаспар же армянин, он вообще, он его в Краснодарском крае сказали, говорит, еще не приезжай. Слышишь, вот этой ерундой занимается, Гаспар, стоит. Все, что головой махает? Че? Идет, что ли? Он снимает на видео. Да пусть снимает себе, блин, на свадьбе. Домашнее видео лучше иди снимай, дебил, блядь. По 22, по 20.1 еще могут привлечь. Хочет всего это поменять, может у него получится. Порядком заняли. Мне лучше не смейтесь, вы ставьте сюда значочек, а то я вашу машину... Вы инвалид, да? Через значочек. Будете платить, и все. И вот это весь порядок будет. Порядок в том, что у вас не порядок, а?
Стоит, да? Стоит. Стоит. А, стоит. А, извиняюсь, да, все. Какую группу? Второй? Я не увидел сзади, я думал, впереди нет. Я же говорю, извините. А, все, давайте, счастливо. А, ну, в принципе, у вас это, у вас не... За деньги, да, я не согласен с этим, я не буду подписывать. Вы не на лене, вы просто на выезде, да, стоите. У вас что-то сломалось, вот здесь очевидно, что вы время теряете. Антифриз хотели купить, захотели купить. Хотя бы одного человека не ну давайте я вам напишу за другое, я найду за что. Мужчина, там знак 327, остановка запрещена, уберите машину. Там знак 327, остановка запрещена, уберите машину. Вон знак стоит. Уберите. Но вы стоите по знакам 327. Ну там остановка запрещена, правильно говоря. Это знак 327, остановка запрещена. А? Ну здесь много, да, сделали. Здравствуйте. Скажите, вы являетесь инвалидом? Да. А какой группе? Второй, пожизненная. Все Вы являетесь инвалидом? Да. Инвалид, а? Да. А. Я... Документы готовьте. Я сейчас приеду. Я никуда. Я приехал. Вы что, за ним гоняться, за вашим другом? Да. Ну, спасибо. Да, сюда, езжай, сюда. Да. Уезжает.
А вон она, да, в черное побежала, да? Он же? Друг его. Видят, идут, и ничего. Да, сейчас выйдет. Он же бросил там тачку, но тачка. Занял чужое место, это другое. Так вы заняли, уже стали. Подходите, на том, что вы под место инвалидов стояли. Подходите. Где я стоял? Я вам фотографию покажу, подходите. Еще я руки распускаю, да? Правильно. Ага. А вы кого спрашивали? Да зачем, глянь на них, не смотрите. Не спрашивай. Свою инвалидность заработали за всю жизнь. Еще очередное. Здрасте, а вы являетесь инвалидом? Да. А? А какой группы? Второй. Ну, этот значок повесьте. Вот это инвалид, на 141. Вот там, друзья, охранник, который стоял под знаком инвалида. Я хотел бы убежать, я уехал. Ну вы уехали, зачем вы вернулись? Вот это и губит на место преступления, когда возвращаются люди, оно и так губит. Понимаете? Вы ехали бы, да и все. А я тут бегать должен за вами. Вы не являетесь инвалидом? Да нет, конечно. Это молоденькая, хорошая девушка. Не дай Господь, правильно? Там еще один.
спрашивают. Вы не являетесь инвалидом? Что, прям рейд какой-то происходит? Ну, стоите. Работа происходит. Под знаком инвалида. Нет, я не являюсь инвалидом. А? Владелец автомобиля, да, имеет инвалидность, статус инвалида. Я не являюсь инвалидом. Сейчас кого не тут. Если инвалид приедет, хорошо, вы какие? Какие штрафные санкции за это? 5000. 5000. Уплачиваю, выписываю этот штраф. Здравствуйте, а скажите, вы являетесь инвалидом? А? Инвалидом являетесь? Да. Да? А какой группы? Второй группы. Ну, вы а этот, нет, значка нет. Да, он был просто водой, когда на мойке был, на мойке весь мыл еще. Ну, у вас есть, да, удостоверение? Показать вам. Инспектор. Здравствуйте. А? Ничего. Да, второй группы. Работает у вас, ребят? Ну повесьте этот значок, чтоб... На мойке, на этой, на, как она называется, самообслуживание, там же напор страшный, забивает все. А как вы вот считаете, я вызвал сотрудников ГАИ, чтобы вот этих хамов понаказывали, как вы считаете, правильно? Конечно, правильно. Ну вот видите, охрана подъехала под знаком инвалида, считается. Ну, да. Знаете, кто-то понимает сразу, кто-то не понимает. Ну да. Время такое смутное. Ну спасибо. Здравствуйте, ГАИ Бирюков. Говорил, вроде инвалид, а там не знаю. Ну, как бы говорила. Кондиционер, наверное, да? Ага, на работе крутая. На работе. Ну, вот видите, тоже бронхит, вот тоже на работе. Так, Екатерина Александровна, у вас инвалидность есть, нет? Болею. Пойдет как инвалидность? Инвалидность есть, нет? Ну, если болею, пойдет как инвалидность? Нет, справка нужна. Нет у меня справки на инвалидность. И вам квитанцию на 5000 рублей выпишем, пойдите. Пишите. Еще один. Здравствуйте, а скажите, вы являетесь инвалидом, стоите под знаком инвалида? Да я не знаю, я не Ну, обратил. Туда припаркуйтесь, уберите машину. А куда машину. Туда? Ну, тут инспектора штрафуют. Я понимаю. Вот, на углу, вот, где я уже, в зеленой этой, человек. Туда. Там так парковка. Это что, для инвалидов? Да, да, вот а для это для нормальных все. Людей? Ну, для нормальных там. Да там вообще нет, а что вы делаете? Скажите, вы являетесь инвалидом, стали на парковке? А? Ну, уберите, тут... Тут штрафуют. Ну, штрафуют. У вас справка есть? Справка есть? Я говорю, справка есть? Да. Если справки нет... Ну, пошлите. Пошлите инспектор разъяснить вам. Вот такие вот хамы. Еще и ругаются. Ну, друзья, смотрите, немного расчистили хама.
осталось немного. Вон еще один без номеров. Подойдите, инспектор расскажет. Здравствуйте, а скажите, вы являетесь инвалидом, стали под знаком? Уберите машину, а то инспектора штрафуют, чтобы не выписали штраф. Вот такие друзья хамы. Друзья, я снова на парковке для инвалидов. Вот там. Я же говорил вам убрать машину. Дай-то можно? Можно. Просил человека убрать автомобиль, не захотел. Я же говорил убрать автомобиль. Он подъехал туда, я говорю, уберите, перепаркуйте. Знак стоит у вас. Знак 327, остановка. А? Я сейчас напишу. Девушка, парковка для инвалидов. Парковка для инвалидов. Туда уберите машину. Все, подходите к ним туда. Пойдемте. Они сейчас будут отменять участкового. А что? Ну, а потому кто? Что что? А, я? Нам, друзья, люди вызвали сотрудников ГИБДД, сделали ложный вызов, хотят отменить инспекторов. Ну, вернее, с участкового, но у них ничего не получится, так как в ответ я напишу свое заявление о ложном вызове. Ну, друзья, смотрите, расчистили парковку для инвалидов. Почему тут такие только для инвалидов? Это инвалид тоже. Это не знаю. Ну, смотрите, уже освободили парковочные места. Благодаря вот этому вот экипажу освободили парковочные места для инвалидов. Вот. Сейчас пожмем руки. Давайте. Давай, благодарю давай. Вас. Давай, всего давай. Доброго. Давай. Давайте. Езжайте. Ну, все. Прощались. Всем до скорой встречи.